очень частый гость у нас в тюнинг-студии, это BMW с 2-литровым мотором. Соответственно, здесь мы делаем раздвоение. Владелец озадачился, нашел время и силы для того, чтобы установить диффузор, для того, чтобы привести насадки именно те, которые ему максимально понравились. Наша задача сейчас все это дело установить, насадки повесить красиво, эстетично, ровно и, конечно же, чуть-чуть доработать звук, для того, чтобы она еще и звучала. Смотрим, как у нас это получилось. Оцените, пожалуйста, нашу работу лайком или дизлайком. В комментариях можете также указать, что вам понравилось, а что нет.